где-то 5 или 6 числа меня привезли вечером. Угу. Может быть, какие-то есть моменты, которые запомнили? Может, что-то вас впечатлило? Вы знаете, если честно, не хочу я запоминать больничные моменты. Я с 86 года через каждые полгода в больнице лежу. Я в Чернобыле отработал 9 операций уже. Так что больницу не хочу запоминать. Никаких моментов. Хорошего ничего нет. Больница есть больница. Персонал бесподобный. За отделением молодец. Все на высшем уровне.